Преподаватели Евразийского национального университета посетили вузы Узбекистана. Лекции заведующих кафедрами религиоведения и политологии Эгерим Оспановой и Багыш Габдуллиной прошли в Ташкенте и Фергане. По данным дисциплинам, в Узбекистане не хватает квалифицированных специалистов. Преподаватели также рассказали студентам о возможности учиться в Казахстане. Из 200 грантов, выделяемых ЕНУ иностранным студентам, часть предназначена для кандасов, вторая – для учащихся из стран стратегических партнеров. Наша самая главная цель – это поделиться опытом передовым. Второй момент очень важный. Сегодня в Узбекистане проходят очень большие реформы в сфере высшего образования, и им необходим опыт. Вот как раз-таки мы приехали для того, чтобы поделиться этим опытом.